Доброго времени суток, зрители, изученные гости нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн. И сегодня мы начинаем прохождение необычной игры для этого канала, а именно симулятора The Sims 4. Игра, в принципе, считается, так почему-то принято считать, что игра это больше для девочек, но, в принципе, градостроительные симуляторы никто не отменял. Это одна из ответвлений от градостроительных симуляторов, поэтому я считаю, что не стоит проходить мимо этой игры. Тем более серия игр берет свое начало еще с далекого 2000 года. Было время, когда я, в принципе, играл и в первую, во вторую, и в третью часть, и в разные дополнения. Никогда особым фанатом я не являлся, но было потрачено определенное время на прохождение, и что-то в них понимаю. На просторах интернета, на просторах Ютуба обратил внимание, что есть такое понятие для игры в Sims, как испытания, челленджи, если по модному, по стильному, по молодежному. И их около 15 основных, там называются, там они разные, там и династия, и путь бездомного, там и психушка или психиатрическая больница. Не, в общем, очень много читал, ну относительно много по этому поводу. И выбрал один из самых основных, самых распространенных, с которых все начинают. Челленджи помогают разнообразить игру Sims тем, что есть какие-то определенные условия, которые нужно, ну, стараться эти условия как бы выполнить. Есть система баллов, по окончании которой считается, что челлендж был выполнен. Но основным как бы заданием династии, то, что мы, в принципе, попробуем, по крайней мере, с вами это делать. Я посмотрю, как это по фидбэку будет. Будет на это какой-то от вас отзыв по этому поводу или нет. Если будет все нормально, то будем продолжать эту тему. В общем, династия — это самый, а повторюсь опять, самый как бы стандартный начальный челлендж. Смысл в том, что мы создаем одного начального сима. Неважно, какого пола. И есть определенные условия, которые нужно выполнять и которыми нужно следить. В общем, давайте потихоньку начинать, и я буду потихоньку вас вводить в курс дела, что вообще нам предстоит и как это вообще все будет выглядеть. Ну а вы, конечно же, подпишитесь на канал, ставьте свои комментарии по поводу прохождения Sims, за вы, против, как вы вообще относитесь к этой игре, играли ли вы, был ли у вас опыт. Потому что опыт может быть разный. У меня были знакомые, которые, к примеру, просто запускали Sims, создавали семью, сажали их в бассейн, убирали в старых версиях Симов, так можно было делать, не знаю, как в этой, убирали лестницу, и Симы просто не могли вылезти и со временем тонули. Ну, у каждого свои приколы. Итак, начинается с того, что мы создаем своего персонажа. Подсказка от Эмили. Добро пожаловать в редактор создания персонажа. Меня зовут Эмили. Выберите создать историю, чтобы пройти тест на характер и наделить персонажа навыками. Или создайте персонажа с нуля самостоятельно. Давайте создадим историю. Значит, начнем с простого. Мой возраст. Обязательное условие начала челленджа, кстати, является то, что Сим должен быть молодым, не взрослым. То есть мы выбираем молодой. Так, как я люблю проводить время? Читая книги, занимаясь плаванием, просматривая спортивные передачи. Давайте будем читать книги. Лучшая музыка — это радио, живая. Какая будет музыка живая? Что важнее для меня при выборе жилья? Богатая обстановка, место для изучения гостей, меня устраивает жизнь в коммуналке. Давайте богатую обстановку. Вечерами я люблю планировать новую пакость, смотреть телевизор, пожалуй. Компьютер для меня как способ покорить мир, неограниченный доступ к знаниям. В баре проходит вечер свободного выступления, подошла моя очередь. Расскажу свои лучшие шутки, выступлю с комедийным номером, продемонстрирую свой музыкальный талант. Лучшая история — это истории с неожиданным поворотом событий. Мне попался недоеденный бутерброд, но я не знаю, чем он. Я его съем, я его уберу. Не буду обращать на него внимания. Интернет нужен для интернет-мемов о ламах. Нет, заработка денег. Мир в опасности, как я поступлю. Заработаю на страхах других, я источник опасности.
И у нас почему-то получился чернокожий. Приятно познакомиться. Вы можете изменить мой пол и внешность, а также выбрать мне одежду. Благодаря истории персонажа у меня уже есть жизненная цель, черты характера и навыки, которые нельзя изменить, но не забудьте дать мне имя. Так. Подожди. Что тут, ребят? Враг народа. И что это значит? Я не хочу быть врагом народа. Ладно, в общем, как создали, так создали. Значит, привет, меня зовут. Звать тебя будут Луиджи. А фамилия у тебя будет Росси. Будем создавать семью итальянцев. Пускай это будет так. Назовем это так, условно. То есть это будет у нас династия Росси. Вообще, конечно, я все это планировал... Вообще, это все планировал завязать ему, сделать особую историю. Возможно, я его потом распишу. И поэтому, вы знаете, наверное, я все это поменяю. Мне это все не нравится. Так, походка по умолчанию, ладно. Молодой, звучный. А, это голос, типа. Ужасно. О, вот это мне уже больше нравится. О, это хорошо, да. Это уже лучше. Что тут есть? Подробности мужского и женского. Предпочитаемая одежда. Может... Этот персонаж может оплодотворять других. Этот персонаж может производить молоко. Блять, что-то это как-то страшно все. Не может. Этот персонаж может писать стоя. Да, сексуальная ориентация. В романтическом плане персонажи привлекают, блядь, женщины. Я тоже думаю, что экспериментирую с ориентацией. Не понял. Если выбрать нет, персонаж будет отвергать других персонажей, которые его не прив... Предпочтение персонажа в уху. Персонаж отвернут других персонажей, если не причислили. Не совпадает. Ну, с мужчинами я не хотел бы, чтобы он делал буху, как бы я все-таки за традиционное, хорошо. Это, блядь, странно. Вот так, жуткая походка. Пружинистая. Вялая. Твердая. Женственная. Давайте лучше возьмем твердую. Блять, это, конечно, я был не готов к такому. Так. И вот эту всю хрень бы хотел поменять. Ладно, начнем с того, что я не хочу, чтобы ты был черный. Волосы, волосы, борода, головные уборы. Режим детального изменения. Блять, ну это сильно. Так. Ага, это цвет бороды. А где... лицо. Вот. Тон кожи. Ну, да, он пускай, мне кажется... Нет, ну это совсем... Нет. Ну это совсем черномазый. Вот, конечно, он может быть немножко, ну, смуглым, но не совсем черным. Борода пусть останется. Борода мне нравится. Кстати, ребята, не ждите, что здесь будет какое-то там супер создание персонажа. Стоп. Я считаю, что типичный итальяшка должен быть с зализанными назад волосами. Здесь есть такая прическа. Что-то типа, ну как-то по-гейски. Это как будто кто-то на голову насрал. Они как-то называются? Здесь есть типа там... или зализанного итальяшки. Но это совсем, мне кажется, это слишком по-хипстерски. Ну вот, наверное, зализанная, блин, я не знаю, пускай, наверное, будет это черная, чуть такая вот, вот такая пускай будет. О, такой борода. О, такой Марио. Это как французик.
Это как Пушкин. Ничего, такие не все интересные. О, вот такое пускай будет. Так, головные уборы. Ну, в принципе, симпатично, но спасибо, но нет. Люк, я твой отец. Не, надо такую фетровую шляпу. Типа такой. Блять, ну смотрится он в этой шляпе, конечно, ужасно. А, так, очки. Сережки. Очки. Я очки не хочу. Глаза вот так, ожерелье. Медицинские предметы. Ага, слуховой аппарат. Пирсинг нам не нужен. Понятно, ладно. Косметика. Пожалуй, пропустим. Борода. В общем, все, я в этом сильно не разбираюсь. Отлично. Так, я хочу поменять его пенсионерскую одежду. Она мне не нравится. Рубашки на пуговицы, толстовки, пиджаки. Это, блядь, прям странный Дон Корлеоне получается. Ну, она так выходит. Ну, с другой стороны, он же не будет ходить постоянно в костюме, да? Я так думаю. Хотя, пускай. Вообще его раздели. Даже носочки можно выбрать. Че, туфли черных нема? Может, ковбойские ему ботинки. Будет такой Джон. А, он же не Джон, он у нас Луиджи. Мокасины, короче, такие мы выберем. О, пенсионерские тоже. Шикарно. Просто шикарно. Так, значит, он будет у нас в меру накачанный. И такой, и толстоватый. Ну, потому что уже возраст. Понимаете, о чем я. Так, я не буду выбирать ему там повседневную купальную и так далее. Это все будет слишком долго. Я думаю, смысл у нас не в этом. Поэтому все, он готов. Все, Росси. Ба. Чтобы заняться садоводством, купите семена, нажав на клумбу. Так, выбор города. Мне ваши подсказки не нужны. Оазис в строгой красоте западного декора, красочное пристанище электричной культуры. Эклектичной, электричной, блядь, что вижу, то и читаю. Не обращайте внимания. Значит, надо выбрать участок. Хорошо, прежде чем нам выбирать участок, в общем, есть определенные требования в этом испытании. Одно из этих требований. Участок должен быть 50 на 50. И для того, чтобы нам... Подождите. Сейчас выберем. Пока мне не надо это делать. Подождите, подождите, подождите. Сейчас я хочу разобраться. Хочу разобраться сначала, как мне зайти в режим настройки. Жилые миры. И начнем с того, что я не хочу сейчас никуда поселять. Давайте я на всякий случай создам еще одну семью. Сейчас сохраню. Давайте выйти в главное меню. Создам еще одну семью, чтобы я мог уже начать редактировать. Сейчас новая игра. В общем, мне по сути нужно... Давайте все подряд. В общем, мне нужно сейчас выбрать участок 50 на 50, его очистить полностью и заехать его туда. Все. Выбрал какого-то дурачка. Еще и получилась баба. Неожиданно. Хорошо. Тебя будут звать. Не знаю. Моника Арчибальдовна. Не спрашивайте, почему так. Неважно. Мне все нравится. А, окей. Все равно мы ее удалим.
Не знаю, сюда заселим, да, хорошо, поехали. Да, с мебелью. Не надо меня учить. Все хорошо, теперь управление городами. Вот, теперь, по идее, я, короче, смогу так. Вот, 50 на 50. Строить еще. Управление семьями. Ланграб. Я хочу их переместить. Вот пускай сюда переезжают. Продать мебель. С мебелью все. Ланграб мы перевезли. Вот этот у нас участок будет для заселения нашего начала челленджа. Так, теперь мы... Блять, не то нажал. Ладно, сейчас назад попробуем. То есть условия челленджа 50 на 50. Большое место. Не надо мне ничего подсказывать. Так, выходим назад. Строить. Панель информации. Панель информации. Видите описание. Цена. Ни хрена себе, блядь, цена. Но я думаю, она будет меньше. Ладно, все сносим вручную, я понял. Сейчас мы его быстренько чеканем. Испытание на участке нам не надо. Так, сейчас мы разберемся. Кувалда. Вот то, что нам надо снести. Снести все. Шикарно. Снести ландшафт. Все. Голый участок. Мы просто лучшие. Все, теперь мы входим. Теперь, по идее, нужно продаваться за 10 тысяч 7 миллионов. Отлично. Так, все. Это у нас есть. Теперь выбираем управление семьями. А где мои семьи? Не, это я хочу загрузить. Подождите, я же хочу загрузить этого. Создать новую семью для переезда. Нет, нет, нет. А, нет, 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 открыть галерею. Нахрен мне. Где там мой? Вот он. Вот этого хочу. О, разместить. А, заменить. Вот он наш красавчик Луиджи Росси. Все, окейушка. Есть такое дело. И поселяем его вот сюда, 50 на 50. Поехали. Да, оставшийся бюджет. Но это не все. Значит, мы заехали, мы стоим на паузе. Помощник менеджера. Он будет на другой работе работать. Так, значит, дальше по правилам. Значит, мы загрузились, значит, заселились на участок 50 на 50,
Дальше нам нужно сделать, купить, короче, одну хрень. Сейчас мы ее найду, как она называется. Кстати, ребята, подскажите, есть два варианта. Первое это можно, короче, 5 династий должно, ой, 5 поколений прожить, до 5-го поколения дойти. И посложнее это 10. Как вы считаете, с чего лучше начать? Может, реально начать с попроще? Так, найдите в объектах и купите доспехи рыцарь восьмиугольного стола. Так, дневник, режим строительства, управление городами, галерея, динамическое отображение, центр этого. Так, карьера, багаж. Нет, здесь мы ничего не можем. Конечно, может, по-хорошему мне надо было, блядь, вообще разобраться с этой игрой, прежде чем какие-то челленджи начинать, потому что я сейчас тупашу, что это очень сильно. Я что-то считал, что я в этом плане очень, блядь, продуманный тип. А как оказалось, видите, что видите. Так, обаяние, логика, скрипка. Отношения ни хрена нету. Чтобы продать. А где, чтобы купить? Налоги, предпочтения. А, статистика. Родословная. Вот мы тут одни. А должно быть, надо выбрать или 5. Будет у нас поколений или 10. Магазин наград, может быть, здесь. Ну, вряд ли, конечно. Это всякая там хрень какая-то. Так, ладно. Режим строительства. Давайте с него начнем. Награда продажник. Табличка с именем украденная. Предметы по назначению. Может где-то здесь посмотреть. Найдите в объектах и купите доспехи рыцарь. А где-то можно? Так, может. Доспехи. Вот он. В скульптурах. Блять, нашел. Вот эта хрень. Мы, короче, покупаем вот эту хрень. Так, есть. И теперь мы, короче, типа эту хрень должны положить себе в инвентарь. Нет, нет, нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Это, скорее всего, вот так. 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 Поместить в багаж. Все. Поместили мы эту хрень. Это, и, короче, обязательно у нас должна быть в багаже семьи. И она будет должна находиться до конца династии. А дальше нам надо, короче, снизить нашу сумму оставшихся денег. У нас сейчас 11 800, а должно быть 1800. То есть, блин, ребят, это реально тяжело будет. Так, чтобы, значит, что нам надо сделать? Кстати, кто-нибудь вообще знает, как вводить читы? Никогда просто это не делал. А может, тут есть какая-то. Сейчас посмотрим. Настройка управления городами. Блин, что ли, загуглить? Вообще не подготовлены, скажете, блин, зашел, ничего не знаешь, ты нуб, какие тебе челленджи вообще проходить. Но, ребята, зато это будет опыт, который неподкупный, абсолютно. Сейчас загуглим. Спасибо, что есть Гоголь. Угу. Консоль кодов, оказывается, есть, блядь, ни хрена себе, Ctrl-Shift-C. Я даже и не знал. Вот она открылась. Ребят, кто не знает, Ctrl-Shift-C. И все у вас получится.
Так, теперь надо, короче, ввести. Кстати, знаете, сколько я не играл в Sims, неважно в какую там, в первую, в вторую, в третью, я никогда, вот честно, никогда в жизни не вводил читы. То есть никогда не было такого, что я там добавлял себе деньги для того, чтобы там построить какой-то крутой дом. А, все, читы включил. Теперь мы можем ввести money. Да, блин. 1800. Все, есть такое дело. Надеюсь, эта хрень также и закрывается. Да. Короче, вот наше начало начал. Значит, я думаю, что правило выберем самое стандартное. То есть для нашей семьи. То есть мы выполнили первое условие, которое нужны. Мы создали родоначальника, скажем так, нашей династии одного Сима. Мы купили ему большую территорию 50 на 50 клеток. Мы купили статую рыцаря. И мы сделали деньги 1800. Значит, по поводу сколько поколений. 5 или 10, я надеюсь, все-таки кто-то мне ответит в комментариях, подскажет, примет участие в этом. Дальше. Принципы наследования могут быть разные. Я считаю, что у нас принципы наследования будет обычный. Значит, давайте начнем все сначала. Значит, принцип пола. Наследником у нас может быть, я считаю, только хлопец. То есть это мы выбираем патриархат. Основатель династии мужчина, титул наследника приходит только по мужской линии. То есть, если у нас будут рождаться бабы, как бы это хорошо, но наследниками будут только пацаны. Ну, это не строгий, в принципе. То есть, если у нас не получилось пацана родить до самого старения, и нас уже Луиджи будет старый пердун, ну, тогда придется брать девчонку. То есть, есть патриархат, есть строгий патриархат. Есть матриархат, строгий матриархат. Ну, то есть, соответственно, то есть, женщина-мужчина. Есть равенство, то есть, неважно кто, может любой быть наследником. Есть строгое равенство. Значит, здесь мы определились, у нас будет патриархат не строгий. То есть, если не получится с пацаном, ну, тогда будет баба-наследница. Значит, дальше у нас идет выбор принципа чистокровности. Значит, что по принципу чистокровности мы можем сделать? Значит, это строгий традиционный. Это могут только рожденные в семье, которые есть, прослеживается родство. Просто традиционный. Рожденные в семье, которые прослеживается родство, и можно усыновить, они могут стать наследниками. Современные наследниками могут быть любые. И те, и те. Опекунский может стать только усыновленный ребенок. И строгий опекунский может только усыновленный. А точнее опекунский, там может быть исключение, если нету приемышей, то может быть чистокровный. Я думаю, выбираем просто традиционный. Дальше. Значит, принцип выбора наследника. Перворожденный, по молодости, последняя воля, по заслугам. То есть это может быть тот, кто первый родился, старший из детей. А тот, кто первым стал младшим из детей. Ну, то есть самый младший может быть тот, который... Последняя воля, которая в самых лучших отношениях с главой, ну, с главой династии. По заслугам, это там, к примеру, какие-то достижения, мы ставим себе цель, там он должен быть, к примеру, там супер, короче, эрудирован в плане музыки. Вот если он будет там великим музыкантом, тогда он может быть наследником, остальные нет. По силе. Это, короче, старшие дети между собой дерутся. И, кто из них сильнее, тот и... Случайность, это мы сами выбираем наследника. Ну и семейная черта, это если бы было бы кто-то, какая-то определенная черта, и она бы тянулась от и до. Я предлагаю выбрать случайно, что мы можем сами выбирать наследника. Итого, получается, у нас обычный патриархат, у нас традиционная чистокровность по, и принцип выбора по случайности. Так, все, с этим определились. Можем, в принципе, начинать. Значит, опять же, есть обязательные условия, что мы... Ну, я буду постепенно их вводить вас в курс дела. Обязательные условия, что все наши симы должны жить
на этом участке. Мы его можем по-своему там расширять, строить больше дом. Мы не можем использовать никакие читы на добавление денег, еще какой-то хрени. Поэтому, чтобы все было красиво и честно, будем стараться так и делать. Итак, значит, что тут у нас есть такого интересного? Сведения об участке. Жилой дом, цена участка 16560, размер участка, отлично. Кровати 0, параши тоже 0. Так, ладно, давайте начнем с строительства. Я даже не знаю, на 1800 что тут вообще, блядь, можно начать. Ну, все равно с чего-то начинать нужно. Так, нательные стены. Значит, давайте начнем с стен. Значит, для начала мы ему построим. Блядь, я даже не знаю, что тут ему можно построить. 906, бля, а я хрен его знает. Нет, давайте одной стеной. А вообще нам надо эта стена? Ну, для туалета в любом случае надо. Для туалета в любом случае надо. В общем, сейчас мы сделаем такую небольшую кибитку для туалета. Ну, потому что, ребят, по-другому никак. Вот. Он просто не сможет при всех ходить на улице в туалет. У нас осталось еще 1200. Хорошо. Какой у нас, блядь, собачья будка такая получается. Так, широкая треугольная, подешевле, окно с подсветкой. Тут хороший свет будет падать, о, вот так. Так, так уже мне нравится. Уже вот просто я чувствую, как у нас уже получается просто красота. Только почему туалет? Нет, я хочу повыше его, то как-то, как в бункере. Так, все, поздравляю, у нас есть туалет. Давайте сразу его обустроим. Приметы по комнатам. Туалет. Самый дешманский. 250. Хорошо. Устраивает, как говорится. Так. А что, как его покрутить? Ага, понятненько. Есть такое дело. Значит, будет у нас тут нужник. И сразу добавим самую голимую раковину. Если что, потом продадим. Вы за это не переживайте. Есть такое дело. Так, все. С этим мы разобрались. Самая главная потребность мы ему уже, грубо говоря, удовлетворили. Дальше стены. Блин, ну стены это, конечно, хорошо, но так оно все дорого. И все. И кобздец. Хоть на дверь хватит. На дверь хватило. Ага, на кровать нам уже не хватает. 240. Ну, все, запускаем. Че ж тут уже? Поехали. Когда тебе на работу, дурында? Продуктивность так себе. Значит, мы еще выходные сегодня. Ну, сожалею, тебя занять сейчас сегодня нечем. Блин, ну это тяжело. Кстати, возможно, здесь есть в телефоне что-то типа... А ну-ка, по бизнесу. Найти работу. Нет, а не найти работу. Меня интересует какой-нибудь... Отправить сообщение. Сменить цвет чехла, блядь. Нет, я думал, знаете, что мы сможем... Дневник. А я хочу сделать запись. Типа, дорогой дневник. В моей жизни ничего не происходит. Единственное, что у меня появилось в моей собачьей будке, это туалет и раковина. Которую, кстати, я придумал, которую мы сейчас продадим. Раковина нам не нужна. Нам нужна кровать, на которую нам все равно не хватает. Да что ж это происходит? Ладно, раковину вернем. Продолжаем дальше. Ускорим. Я просто думал, что здесь можно взять кредит. Какой-нибудь, знаете, типа так на ход ноги. Кстати, а давайте посмотрим, куда мы можем отправиться. Отправиться. Возможно, мы можем обратиться где-то в банк сходить. Так, что? Будущее в прошлом музей. Клуб «Солнечная вспышка». Гангадзе.
Бар. Сожжем лишнее. Парк. Президенты этого закрытого элитного района имеют все преимущества в жизни. В пустыне, километры газонов, сюжетший... нет. Короче, нет, тут... Банка здесь... Видите, сколько дополнений, но у меня тут все этой штучки, дрючки нету. Может, тут где-то есть такое, типа как учреждение. В этом семейном городке вы найдете прекрасные. Ага, понятно, это, короче, пустое. О, здесь что-то есть. Парк, муниципальный музей, ночной клуб, библиотека. Понятно. О, исторические. Короче, да, ни хрена здесь нету. Понятно. Возвращаемся в свою бодегу. Да все. Никуда ты не будешь путешествовать. Давай ускоряем время. Жалко, что ты не на работе. Потребности. Ну, ты не хочешь есть, это уже радует. Потому что есть у нас неоткуда. Показать сведения о счетах, ознакомиться с свежими соседскими историями. Ничего интересного не произошло, возвращайтесь завтра. Спасибо. Спасибо, но мы завтра не вернемся. Опа! Стоямба. Потенциальная подружанька наша пришла. Ну, привет. Ну ты такая. А он только что начал разговаривать такой, как этот. Чувство. Чувство к персонажу Катрина. Катрина Росси. Ну подходит, в принципе. Чувств нет. Все, короче. Рыжая бестия, мы тебя заприметили. Просто ты должна понимать, что такой мужчина, обратите внимание на этот дом, как бы хо-хо-хо. Кстати, у меня появилась идея, пока они там разговаривают. Мы сейчас сделаем. Интересно, мне за это деньги вернут или нет? Я хочу стену убрать. Вот эту хочу убрать стену. Да, 120. Все, кто на коне, мы на коне. Луиджи, я тебя поздравляю. Защита от гоблинов. Кровать. Заезжают в нашу халабуду. Па-па-па-пам-па-пам. Кстати, что здесь можно вообще у нас по этому? Кухня. Ну, понятно, плита для богатых. Что-то, блядь, такое можно? Не знаю. А, кстати, у нас есть награда продажник. Вот так. Это правилами не запрещено. У нас появилось 170 миллионов. Что мы можем на них купить? Правильно, ребята, ни хрена мы на них не можем купить. И это очень печально. Это хорошо или плохо? Это печально. Мы можем зато взять вот он же у нас книжный этот. Блин, и мы не можем не поставить, чтобы зарабатывать ни мольберт, никакой там по творчеству. Ничего такого, блин, поставить не можем. А здесь мы что-то можем? Блин, я думал, хоть, знаете, типа самое дешевое там что-то влепить. Может, покрасим ему хоть стену? Темная тона, вон, смотрите, вот у нас есть краска. Мы можем ему все запердолить. Зеленый. Хватит нам денег? Да. Полно. Минус 36. Красим, конечно. А снаружи каменная кладка. Более декоративная. Кирпичный фасад с деревянным карнизом. Все, короче, мы уже полноценную хату построили. Надо только еще крышу будет влупить. Только как? Крыша с коньком. Так.
Ну, крышу, походу, можно за бесплатно. Боже, какая уродская собачья будка получается. Это ужас. Ладно. Только что опустились прямо в ад. Продолжаем. О, Катрина смешная. Точнее, счастливая. Так. Я бы пригласил тебя войти. Но это бодега не для тебя. Кстати, ребята, сейчас вернем еще 40 баксов. Папа. И если уже, как говорится, гулять так гулять, мы поставим ему еще одно окно. И возможно, мы даже сейчас поставим ему лампу. Поставим ему лампу. Так, комфорт, не то, электроника, хоть посмотреть, что тут есть вообще для богатых, часы можно поставить, чтобы он знал, как медленно идет его время. Ладно, не будем гнать, Луиджи все-таки это основатель нашей династии. Так, вот у нас есть светильник депрессия, я считаю, он отлично подходит под наш интерьер. Ну, все. В общем, дом наш обстроен. Такой огромный участок. И скромный дом. Все. Пока, подружанечка. Пошла она. Я считаю, что ты можешь зайти и расслабиться. Я думаю, расслабляться тебе сейчас как раз самое время. В телефоне посиди. Хорошо, что 21 век, есть мобильные телефоны, в которых можно посидеть, просто потупить, посмотреть на лампочку, подумать о кальмарах или о крабах. Мы просто выходные. Да, ребята, вы знаете, мне кажется, этот челлендж будет тяжелым. Это испытание. Так, сходи, вымой руки, почистить зубы и выпить стаканчик воды. Ускорим. Зато мне что, у него есть все условия. Он может попить водички. После того, как он попил водички, чуть-чуть повысить себе питание. Гигиена. Можно и там подмыхи подмыть себе. Опа. Что он делает? Что он делает? Получает навык игры в виде игры. Угу. О, да. У него тем более телек можно не покупать, у него есть уже эти видеоигры. Просматривать веб-страницы. Так, чудом развлечения. Что тут можно? Играть. Ага, играть или этот, понятно. Общение. Дополнить историю, посмотреть новостную ленту, видеозвонок, отправить сообщение, поболтать. Ну, давайте посмотрим новостную ленту в соцсетях. Кушать он хочет. Кстати. Точно. У нас есть 14 миллионов. Что мы сейчас с вами сделаем? Мы отправимся. Мы сейчас отправимся с вами в... А, Катрина Гангадзе. Вот она откуда. Куда мы отправляемся? А, просто отправляемся. Так, мы отправимся с вами сейчас в бар. И, возможно, там что-нибудь сейчас похаваем. Как вам идея? У нас же есть 14 миллионов. Мы сейчас их сможем. Так. Есть. Мы приехали. Позвать. Заказать чипсы. Подходит к вегетарианцам. Ну, вы знаете... Работать, учиться, делать, сделать напиток, взять чипсы, заказать напиток. Давайте просто возьмем чипсы. Евгения. Евгения, задержи эту мысль. Кстати, она на меня довольна. Пошла нафиг, Евгения. Такс, давай. Чипсы. Еще и на шару. Ребята... И я нашел клад. Бармен так себе.
Ничего, парень, у тебя все получится. Главное практиковаться. Взрослая. Взрослый, простой бармен. А я молодой. Точнее, не я, а Луиджи. Станислав. Какие-то вы все-таки уставшие здесь, ребята. Зачем ты идешь разговаривать с той напряженной бабой? Ну ладно, иди. А ты кто? Жанна Петрова. Евгения Богданова. Еще один какой-то нигер, наверное, тоже там Сергей. Я не знаю, как всех зовут здесь весело. А ну остановись. Фамилия. Степан. Боже, район черномазых. Степанов, Евгений. Так, что ты хочешь? Ты хочешь выпить в баре? Хорошо, не проблема. Заказать напиток. Сок со льдом. Сладкая газировка. Вон водички, блять, можно бесплатно попить. Иди воды попей. У нас нету денег сейчас. Мы не можем себе позволить такую роскошь. Чешин. И чё? Выполнилось? Вкусно? Здоровечка. Наслаждайся. Так. А тут, кстати, можно было на туалете сэкономить, блин, ребят. Включить, значит, я люблю, опять же, я, нет, давай блюз. И, кстати, увидите, что происходит. Ладно, хорошо, выпей. Сладкую газировку. Ну, это он хоть уже начал делать фокусы, смотрите, уже бутылки хоть не разбивает. О, красавчик. Ну, музыка заиграла нормально. О, уже. Станислав пошел, блядь, в разнос. Есть. Цель выполнена. Следующая цель. Потанцевать. Хорошо. Давай. Доболтаешь с девчатами. Так. Ну, что он танцуешь? Есть такое дело. Потусил, так сказать, немножко. Так, давай, пописюнькой. Потом быстренько стаканчик водички. Помой руки и почисти зубки. Ты должен быть неотразимый. Тоже потом потанцуешь, блядь. Хватит. Посмотрите, что... Вы посмотрите, что этот демон делает. Это демон танцпола просто. Боже, он просто божественный. Если бы я мог прожить жизнь еще раз, прожил бы просто ради того, чтобы посмотреть на этот танец. Давай. Жги, Геннадий. Это бомба. Ну ты что, идешь с водой, блядь, за стол пить? Ну, ты молодец. Ничего не скажешь. Пришел, зубы почистил в баре. Все, уверенный в себе, мачо. Опа, Катерина Гангадзе. Макар. Так, другие варианты обсудить лучшего скрипача. А что вообще надо? Обсудить любимую группу. Валить это обсудить. Другие варианты. Дружелюбные. Увлечения. Обсудить. Это про хобби. А ну да, спросит, что она там. Что она тебе ответит. Луиджи узнал, какие... Ага. Не нравится кулинария, нравится фитнес. Понятно.
Ты смотри, он пошел в разнос, блядь. Деньги тратит. Такой же движняк уже под вечер, обратите внимание. На часах-то уже 11 часов вечера. Давай допивай свой коктейль, который ты заказал за последние деньги, и шуруй домой, по тебе на работу. Через 10 часов. Тут Патя так и начинается. И Юлия. Все такие ребята молодцы. Геннадий, он, Катрина, Блять, Константин? Константин, а чё у тебя? Блять, вы посмотрите на этого Игоря Николаева. Ой, это напряженный. Всё. Да, бой. Выпивай. Отъебись уже, слушай, дружище. Надо ехать. Надо ехать, приходить в нашу собачью будку. Чё? Какая компания? Спать, спать. Луиджи, пора спать. И нарисовать на работу. Так. Ну, красавчик, все, он уверен, он довольный в себе. Давай в свою. Как там она? Страх гоблинов там или что, я уже забыл. Опа. Пижамка у него такая. Вы знаете, я вообще планировал сделать его, устроить на работу, чтобы он был связан с криминалитетом, чтобы он был таким, типа, страшным дядькой. А получается, что получается? Получается, что нам скоро на работу, а мы голодные. Но я надеюсь, что мы... А, через 4 часа. Но я надеюсь, что мы на работе сможем поесть. Не помню, в каких версиях Симсов они уже на работе могли подхавать. Опа-па, что такое? Что такое? Что случилось? О, быстро, быстро, быстро. Давай, давай. Что-то с желудком у него происходит. Облегчиться. О, хорошо. А ты, наверное, коктейль твой за 12 миллионов, который ты потратил. Есть. Ну, есть, это ты уже сможешь. Через час как раз уже прибудет машина. Все, уверены в себе. Водички попил, ручки помыл. Питание немножко поднял, уже хорошо. А ты кто? Жанна Богданова, Жанна Агузарова. Любой трек. А? Уверенная походочка пошел. Працювать. Так. Что мы тут можем? Ничего не можем. Понятно. Мы в дневнике что-то. Ага. Спешание на работу, учеба, понятно. Потом день рождения. А, что там дневник? Я бы на его месте уже написал бы кучу всего интересного в этом дневнике, если бы я вообще его увел. А пока он на работе, дорогие друзья, предлагаю полюбоваться этим прекрасным творением. И я считаю, что лучше вы не построите и не увидите нигде, не на просторах интернета, не вообще, вы просто посмотрите на эту, блядь, разработку. Просто шикарно. Дом уверенного холостяка и обывателя династии. Ребята, я думаю, это будет интересно. Вы обязательно должны поставить лайк под этим видео. Обязательно. И, кстати, а, нет, на работе он поел. Все, все хорошо, он счастлив. Ну, он просто нейтральный. Мудак, только что был счастлив. А шутки шутками, это бабоньку-то надо заводить. Надо заводить бабоньку, потому что мы не выполняем цель нашего главного челленджа. Так, помой руки. Еще поехали опять в бар, лежать-то негде. Давай, Катерину Гангадзе захватывай.
Эй, кто закрыл дверь, пустите меня. Есть такое дело. Хвалить наряд. Яхо. Оу, ес. Так, поднять настроение. А что ты напряженный-то? Что там, потанцевать? Закончить читать книгу, вздремнуть. Так, иди танцуй. Танцевать вместе. Let's go. Поболтать. А интересно, у него вообще есть пара? Там я видел, у них семья, как бы, может, у нее есть муж, там дети. Нам ее дети не нужны, они не будут наследниками. Хотя, у нас не строгий этот. Вот так, давай, давай. О, пошел. Так, вообще ты сюда пришел похавать. Где чипсы? Иди чипсы, наверное, бери. Мне кажется, вы уже натанцевались на сегодня. Так. Все. Чипсами подкрепился. Кстати, а что значит учиться делать напитки? Не получается, да? Хорошо, а сделать напиток? Сделать напиток для всех. Ну, он же доработал, поэтому пускай это будет сладкая газировка. Эй, чё? Луиджи Меломан, так песня, когда слушает музыку или обсуждает ее с другими персонажами. Ну, у него было желание. Ну, посиди, поболтай. Так, что там по работе у нас вообще? Значит, нам надо... Логика и этот есть. Составлять отчеты не начато. Слышишь, дружище, а ты там не должен? Нет. Сидеть на полу, купаться в лунном свете, отправиться на пробежку, сидеть на полу, наряды. Нет, здесь такого нету. Хорошо, может быть, у тебя что-то есть в... Нет, в предметах тоже нету. Выполнить 10 злых или пакостных действий. Стать недругом, враг народа. Злой гений. Так, ладно, что там у нас по этому? А ты кто? Мортимер. Гот. Кстати, вот эти готы идут еще с самых начальных симсов, если я не ошибаюсь. Кстати, мы можем... Блять, еще и за это платить все надо. Ладно, пей кофе. Писи и домой. Белякова тоже. А приходят тут всякие. Это, кстати, он один молодой. А нет, вот Лидия Белякова молодая. И Лидия Иванова тоже молодая. Девчата, я иду с вами знакомиться. Такое, будем шутечки шутить. Ага. Он, если что, подстраивался, она говорит за мусор. Я просто так подумал, что нам надо цеплять. Вот это можно Лидию Иванову. Она молодая. Она молодая. Другие варианты. Дружелюбные действия. Увлечения узнать.
Узнаем, чем она интересуется. Нравится фитнес. Понятно. Угу, тогда возбужденный. Действие. Приживенные беседы. А что она стоит? Что там по времени? Ой-ой-ой. Все. В общем. Пародировать члена семьи, сидеть. Что ты сейчас качаешь у нас? Тянуться. Вот так, красавчик. Все. Под залог успеха. Вот это заряд энергии. Благодаря приливу адреналина персонаж по имени Луиджи чувствует себя восхитительно. Можно ли считать его накачанные руки признаком того, что ему нравится фитнес? Ну да, пускай, наверное. Если у него накачанные руки, то почему нет? Домой. Домой. Спать. Спать, в принципе, еще два раза сходя на работу, мы сможем позволить себе плиту. Что немаловажно. Питание. Ты проголодался немножко, да? Выпей водички, почисти зубы, иди спать. Поешь уже на работе. Опять же, нам нужно купить это зеркало для того, чтобы улучшать харизму. Шахматы. Но это все есть, но меня интересуют на работе отчеты надо сделать. Почему он их на работе не делает? Вот в чем проблема. Бегом, 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 пока не обосрался. Как воды помыть руки, почистить зубы. Другого варианта у тебя нет, дружище. Пока только так. Все, уверенность с собой. Помой посуду. Какую, только я не знаю. Все, на работу. Так. Ну, а что она не открывается? А как начать? Не начато. На работе. Но это все не то. Это уведомление. Если я не ошибаюсь, раньше, когда там на работе можно было выбрать, там, рутинно заниматься, там, проявить инициативу, что-то такого было. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Ну, продуктивность хорошая. Составлять отчеты не начато. Блин, ну эти же отчеты надо на работе составлять, я же правильно понимаю. У меня, точнее, у него в инвентаре ничего нету. На работе. Работает нормально. Ну, все, пускай работает. Заморачиваться. Все, на работе похавал, это главное. Вот принес бы какую-то премию. О! Отлично справляется. 184. Понятно. Короче. 350 нам все равно не хватает ни на хрен собачий. Давай, туалет, вымыть руки, почистить зубы, выпить стакан воды и поедем опять в бар. А поедем мы, а чё, нельзя? Это мы, блядь, Макара Васечкина можем, блин, пригласить. Всё, значит, никого, блядь, не приглашаем. В смысле, я ж там дал целое указание. Он их не выполнил, получается. Записк у меня огорчает. Так. Ну да, он в туалет не сходил. Ну понятно. Ходим здесь.
Хорошо, что есть бар, которым можно взять чипсы. Бесплатно похавать. Но на следующий раз уже, да, у нас будет плита. Но у нас не будет холодильника. Что там, стать кому-нибудь врагом? Почитать книгу в библиотеке, потанцевать. Все это Катерина Гангадзе, она стрется. Потому что она уже взрослая, а он еще молодая кровь. Поэтому она рядом с нами трется. Потанцевал. Там шути, да не зашучивайся. Возбужденная. Кто там у нас? Возбужденный. Ну, тоже пошел он, Артем Васильев, наяривать. Гитара семиструнная. Это Лариса у нас постоянно возбужденная. Взрослая, взрослая, молодая. Опа. Лидия. Не хочешь потанцевать с горячим молодым мужчинкой? А, он сидит со всеми болтает. Короче, все. Значит, берем чипсы. Идем в туалет и поехали домой. Ладно, иди в туалет, потом бери чипсы. Он интересно, если будет работать в баре, как это будет выглядеть. Мне за это деньги дадут? О, бармен пришел, мы его бартанули. Да, плюс $2. Плюс $2. Короче, уже $4 заработали. Вот если бы поел. Ладно, уже полируй. До блеска. Выпить. Ты не поел. Молодчинка. Все, короче, поехали домой. Ты меня огорчаешь, Луиджи. Ну да, сам едешь, еще кого-то домой звать. Текс, мы по месту. Все как обычно. Давай, давай, погнали. Немножко водички выпил, питание поднял. На работе поешь. Тебе тут спать уже осталось, наверное. Хрен да ни хрена. Через 5 часов, да, нормально. Что-то жрать хочешь и покупаться бы тебе. А покупаться тебе надо, потому что танцевать надо меньше. На душ ты еще пока не заработал, товарищ. Кушать хочется, понимаю. На работе поешь. Мы, кстати, скоро уже, наверное, апнемся. Дискомфорт, ну, дружище. Сейчас я посмотрю, конечно, но я не обещаю, что нам хватит. Хо-хо, 375. Ну, это сейчас ты принесешь, блядь, но тогда ты останешься без плиты. Хотелось бы плиту. О, можно, в принципе... Ладно, сейчас посмотрим, сколько он заработает, что-то придумаем. Может, поставим душ и поставим микроволновку, хотя бы микроволновку.
Тут же еще понимаете, обязательно условие челленджа, что даже если мы с кем-то сейчас его сведем. А, возьми. Всегда приятно вас слышать, Луиджи. Как вы думаете, Геннадий Муравьев заслуживает моего внимания? Мне кажется, мы с ним поладим. А что ты мне звонишь? Ты что, друга во мне увидела? Что? Я не знаю. Повышение в карьере. 371 нам дали, значит. Так, так, так. У вас должность следующая. Хорошо. Значит, мы себе уже можем тогда позволить многое. Начинаем. 725. Вот это да. Кто богатые? Мы богатые. Так. Значит, мы начнем с тумбы. Зеленой нет никакой. Пускай первый белый. И на эту тумбу мы поставим микроволновку. Все. А следующее у нас будет с вами душ. Вот такие дела. Кстати, тебе там ничего не дали. Ага. Хочешь есть? Не вопрос. А че я не могу быстро перекусить? Нет. Понятно. Возвращаемся к нашим попугаям. Что там по холодильнику? 375 чуть-чуть не хватает. Я думаю, мы можем пожертвовать раковиной. Пока да, ребята, пока да. Так, лампу придется переставить. Сюда поставить холодильник. И холодильник я хочу белый. Есть такой. Все, 56 баксов у нас осталось. Теперь мы можем быстро перекусить. К примеру, геркулесом. Там-тан-тан-тан. О, я знаю, куда мы сейчас вели Хавай. Куда мы сейчас отправимся? Мы сейчас с вами отправимся в спортклуб. Я думаю, там должны быть души. Сами, так, сами, сами, сами. Я надеюсь, по идее, должны быть душевые. Ванны не будет, но душевые должны быть. Так. Да. Принято. Давай, газуй, газуй. Ну, шикарненько. Все. Вот и классик. Иди еще в туалет сразу. Как ты любишь почистить зубы, выпить стакан воды. Ну, сразу стал счастливым. Малыш брат книжки с картинками. Эй, в натуре. Да не, все нормально, то не то нажал. Извиняюсь. Ладно, раз мы здесь, давай немножко ты уверен в себе, немножко побегай. Покачай, так сказать, бицушку. И заодно можно смотреть телевизор. Недосуг и бицушка качается. Что нам надо поднимать? Навык обаяния. Для этого надо зеркало. Все, хватит бегать. Вперед. Надо качнуться немножко. В профессиональном уровне. Подождем. Давай, давай, давай. Даже половину не поднял.
Lars. Amazing. Frinkishow. Ketchup. Welsh Bequassum. Yeah. Strum. 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 Shuni Glaba. Fui Bak. Давай, давай, давай. Еще не цвет. Похватили бы. На шару. Нема. Жаль. Мы сейчас поднимаем, короче, и уходим. Ну, есть. Все, тут, тут красавцы. Да, все, ну, не ной. Поехали домой. Как складно получилось. Не ной, поехали домой. Твоя собачья будка на всем участке. Поехали. Ребят, ну, наверное, скоро эту серию будем заканчивать, а в следующей серии, наверное, надо будет уже работы себе искать. Хотя мы не можем позволить себе до конца двойную кровать. Возобновить Геркулес, не знаю, возобнови его. Ну ладно, не хочешь, не надо. Питание падает, бодрость, гигиена нормально. И сколько на работу? Через 6 часов. Нормально. Успеваем. Сейчас вот так Геркулеса хаванет. Через час. Так, все, просыпайся. Наверное, не пришли курицы. Я, наверное, не успеет. Нет, что поел, да и хорошо. Что не нравится? Неприятно подзакуси. Эта еда была совершенно невкусной. Ну, извини. Скажи спасибо, что хоть такая еда у тебя есть. Что там по работе у нас? Ну, так себе. Ну, ничего страшного. Так, это он сейчас работает. И еще один день. Это где-то примерно у нас 300 с чем-то баксов. 8 миллионов будет, точнее. Неплохо. Ничего, я считаю, а по 280 даже, да, 560, красавчик. Но на душ нам все равно не хватает. Как ни крути, как ни крути. Нет, так, что, сколько там душ? Блин, это бы рыцаря продать. Кстати, а давайте мы его. Поставим чисто для украшения, правильно? Так же ж можно делать. Я просто в челлендже там всегда должен лежать, но я его не продаю, просто чтобы красиво было. Не знаю, я считаю, что это не нарушение челленджа. Смотреть, можно на него посмотреть теперь. Круто, брат, молодец. Так, питание. Уже даже мы приготовить не начнем. А, кстати, по поводу приготовить не начнем. Мы же можем сейчас обустроить немножко этот. Так сказать, быт обустроить. Я брал такую самую мишманскую. Ну, сейчас ее вот так. Есть такое дело. Наверное, все-таки вернем ему хотя бы раковину. А с другой стороны, нам нужна? Нет, не нужна. Нам надо деньги экономить. Просто я в том, что он сможет готовить себе салат. Так, нет ничего лучше. Ощущение превосходства, когда последний босс наконец падает. Когда лучше играет, он целиком погружается в игровую вселенную. Видимо, пора признать, что ему нравится виде игры. Да, нравится. Все, теперь он себе может сделать салатика. Что тебе надо? Геннадий Муравьев и я отлично провели время. Хорошо. Я не знаю, о чем мне должно это волновать. Его, точнее, должно это волновать. Так, основная кулинария. Луиджи может готовить вкусные классические блюда. Ну, давай как-то пободрей. Чего ты ждешь?
Все готово, садись кушать. Классно. Мы тебе придумали. Это кушал. Так, все, сходил. Теперь что? Поехали. В наш сервис для купания. Душ, разминка и заодно смотреть телевизор. Это сух идет, пиццу покачается. Так, ты молодая? О, еще одна гангадзе. Вот, Дина Гангадзе. Вот она нам нужна. Все. Все. Все, забей на телек. Нам надо выполнять испытания. Все. Супер. Другие варианты действия. Ага, понятно. Идет бьюрушу. Так, подожди. Прежде чем с ней почистить зубы, дружище. А потом... Обсудить интересы. Чтобы он просто был уверен в себе. Опа, вызвано чувство. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Приятный разговор. Другие, дружелюбные, увлечения. Спросить про хобби. Ну, наверное, хобби у нее фитнес, я так думаю. Да, нравится фитнес. Ну, это понятно. Постарайся ее фитнесом, Луиджи. А ты кто? Белла Гота, что ты, бремчатая, что ли? Ой-ой-ой, же его пора домой отправлять. Не-не-не, иди сюда, едь домой. Проспать. Короче, все, Дину бум. В следующей серии, ребята, мы будем Дину окручивать. Жаль, что только если она все-таки ко мне приедет, сюда, точнее, к нему приедет, то придется... Деньги, которые она привезет с собой, нужно будет аннулировать. Одно из правил. Мы должны выживать на эти 1807 миллионов, которые были в начале. Так, ну хорошо. Подсыпайся. Позавтракать. Геркулесом, пожалуй. Ну, счастливый, уже хорошо. Ну все, похавал, сходи. А, так, я уже отсюда вижу, там что-то завонялось. Не надо багажник. Дурачок. Ну это я дурачок, не он. Mm.
Что за тебя еще есть? Что это ты все, блядь, с тобой носишь? Дурачок, что ли? Птичий дурачок, у тебя ж не видим мыть. То есть тебе уже скоро на работу чупать. Ну, продуктивность хорошая, это уже хорошо. То есть пару дней рабочих и уже можно будет достигнуть повышения следующего. Ему нужен дополнительный заработок. Ребята, если вы знаете, как это можно сделать, подсказывайте. Так, 280, это у нас 463. Это уже хорошо. Мы можем... И это бомба. Ну, ёлки-палки. Все, единственное, что мне не нравится, я хочу поменять это у вас местами. Все, уже хорошо. 88 даже у нас еще осталось энюшек. Скоро мы уже полностью удовлетворим свои потребности. Туалет, он в душе. Так, я принял ответственное решение по поводу его обустройства. Мы микроволновку продаем. Она нам не нужна. И эта тумбочка нам тоже не нужна. А вместо этой тумбочки мы поставим раковину. Все. Теперь у нас все заиграло новыми красками. Поужинать садовым салатом. Чунчо, режь пальцы учить. Шикарно. Так, есть такое дело, поел. Ну, это хоть посуду теперь за собой сможет помыть. Че там? Включают. Скучная работа. Так. Включение. Поболтать с... Ему понравилось. Посыл поднялся. Так, скучно. Что здесь? Поболтать Нэнси, потанцевать под музыку, поспать. Поспишь ты потом. Дружище. Ты пока у меня сейчас поедешь в бар. Выпьешь, потанцуешь. Что мы хотим, перегородки? Где мы хотим в режиме строительства? А? О! Воу! Воу-воу-воу! Нифига себе! Узнаем, как проходит этот день. Пишешь ты? Ты кто? Владимир Баранкин. Чши ножку об дорожку.
Чусу. Ча. Фуйбак Тусу. О. Бекой, слай. Вот дик. Дори. Су-су. Это куда пока? Прощаться. А свалила на работу, что ли? Кокетливый, блядь. Кто ты? Тимар, ты меня пугаешь. А, работать в баре? Погнали. Чуть подзаработаем денег. Давай, зарабатывай бабки. Дискомфорт, ну очень нравится. Иди, дружки, потанцуй туда. Нэнси, взрослая. Артём. Кокетливый. Артём. Не надо, Артём. Я выбирал там ценности определенные для него. И ты в эти ценности, Артём, не входишь. Зачем тебе надо узнать, как там живет Нэнси? Тебе надо узнать, как живет Дина. Там выходной. Так, 300 копеек у нас есть. На что мы можем потратить? По работе обаяние и логика нам надо развивать в будущем. Так. И быстро перекусить. Так. План на день мы тебе сделали. Вот это, я считаю, правильная оптимизация процессов. Сразу сел и поссал, и выпил воды. Это да, плащ Бегоя, согласен. Что там рассказывает нам? Я не нашел Мольберт. Тара. Ага, вот. 350, мне не хватает 48 баксов. Сейчас поешь и пойдешь в бар работать. Есть такое дело. Поехали в бар. Какие варианты действия? Какие варианты? Дружелюбные действия. Интересы. Нерчел Квосенес. Блофа, Балафой, Арагаба, Ямфо. Флербин дарфо, мадзи флабзи. Пошли шокером. Ну-ка, расскажи невероятную историю.
Paphins, Quathica, Abimo? Zorbit, may boof! Yes! Grenny has fun! So what? Yabibo! Yabibo squad! Grenif! Quahabin! Lumbic Clunkus Essenoi! Не, ну, стелит он мое почтение. Лобсини, Набора, Шазл? Фебене, Лово, Боннефи. Киара Балансиф, Спамин. Блерна, Пейфен, Скума. Пасана Дайола? О, Шубира. Агонал. Вообще, куда она ушла? Приехала машина, она бы пошла. Пишешь, ну, ты не хочешь. Ладно, похавай, шару распиши. Что-то делать коктейли тоже не сможем, потому что бар настолько занят, да? Ну да. Ладно, ты заслужил. Закажи у него себе напиток. Так, со льдом. Есть. Танцевать под музыку. Танцевать под музыку. Когда все весело болтают, Константин этот для меня бесит с обычной прической. Что-то ему не нравится. Легкая встреча. А че так? От кого ты прячешься? Опа, сразу двоечку лупанул. Поболтать с Нэнси. Поболтать с Нэнси, меня просто типа надо нажать. У нас здесь только Жанна Петрова и Лепница. Кстати, давайте надо с этим сумом потратить выходной день и на будущее прокачать нужную нам характеристику. А для того, чтобы она у него лучше изучалась, я считаю, надо ему сначала почистить зубы, выпить водички, потом репетировать речь. Вот, чтобы он был уверен в себе. Чикина, слышали приветствие, вольвец. Мы занимаемся важным делом. Саморазвитие. Стрюм, гаши, гаши. Стрюм, гаши, тар. Ролш по классу нет. Стрюм, гаши, тар. Пумпа, вампу, шип, зомби, нуп. Файни, спино, ефти. Фуибак, дуцу, о, дуп. Дури, брап. Находится хорошо. Сейчас выучим навык, потом, короче, пописем как настоящий чемпион. И после этого, наверное, возьмем себе чипсы и закажем напиток. Вода. Хотя этот урод лысый скоро свалит, и мы сможем встать на барную стойку. Что там такое, ты интересно там рассказывает? Стрюм,
Pumpawambo, Umafatsu, Umfra Nibahana, Waxwin, Kissanoi, Strum, 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 Garsha, Garsha, Cha, Budum, Nibahana, Waxwin, Ma, Spec, Bikoya, Slap, Wadita, Quips, Drift, Swing, and Strum, Garsha, Thark, Savage, Выдохнется. Все, хватит. Давай, бейся как настоящий чемпион, пока еще можешь. Красавчик. Есть, поем. Какие все красавцы здесь, особенно Георгий Шилов, брутальный мужчина. Танцуй. Этот прическа афро всегда любит с нами потанцевать. Боже ты, чернее ночи. Геннадий Воробьев. Я тебя уже видел. Так, все, короче, собирайся, вали домой. Пора спать. Никого мы пока не можем пригласить в его логово одинокого, в его шалаш одинокого индейца. Так. День. Новолуние, фаза луны. Суббота. И что ты говоришь? Убрать и помыть. Это правильно. Правильно, вырубанись. Это ты правильное решение принял. Покупался. Все, оно что-то так и прочее. Потом зубы почисть. Стаканчик с водой выпей. Все, красота. И спать. Так, на работу у нас уже продуктивность будет отличная. Это хорошо. Возможно, даже у нас будет... А, нет, ну, отлично, да, там у нас какой хороший. Вот, проснулся счастливый. Это отлично. По нужде сходил. Зубы почистишь, стаканчик воды выпьешь. Быстро перекусишь бутерброд с ветчиной и сыром. Уже немножко, вот видите, у него наладилась, в принципе, жизнь. Где похавать, вот только стола, конечно, нет, но это будет потом. Сначала я хочу купить мольберт ему. И заставить его, чтобы он начал рисовать. Потому что я считаю, что, во-первых, рисовать это возможно заработок. И, во-вторых, мы немножко украсим хату. Так, покупайся и знай, что я хочу. Я хочу, чтобы ты... отправился парк и с собой взял ее. Я просто не понимаю, почему она так быстро от нас отваливает. Что не так, что ей не нравится. Так, играть в шахматы, вздремнуть. Ну, другие варианты. Поднять настроение, во-первых. Во-вторых, вместе. Ну, все счастливое. А ты кто, кокетливая? Кто ты?
Меня ты не интересуешь. Похвали наряд. Но для тебя старается ты. Практичная. Wasabis Denka Sensibi Kinaku Swarspa Pifatau Bifongi Fluhain Shiban Yabans Olnab Счастливая Katuni Barpasas and my Fareem. Очень внимательный. Physic Fluhain Hanpei Tibanahanu. Она это не читает. Сива, Усмава, Диш. Мензу. Блофа, Балфой. Пинкоба, Шешеме. Клевете, Демискос. За еду. Какие варианты спросить в карьере? И выразить. Пасана Дайола? О, Шубирау. Помощница после домашней машины закусочная. Ну такая у нее работа, конечно. Походи, Луиджи. Я уже давно размышляю над тем, чтобы мне хотелось заняться профессионально. Обязанности, да, знать, как с решением. Хорошо. Другие варианты. Романтика. Флирт. А ну-ка. Форель. Рыбная ловля. Все, не имеет партнера. Отлично. Отправляемся домой. Ну, я считаю, что для первого видео мы уже отсняли с вами нормальный материал, поэтому... Ой-ой-ой. Ага. Как она убежала? Ты не убегай. Сейчас я пофлиртую. Он пофлиртует. Су-су. Так, сейчас мы, короче. Блять, какая у нее? Я еще пытаюсь понять, какая у нее ориентация. Да ну, ну в смысле. Да, я даже не знаю. Кокетливая. А ну-ка, подари розу. Бомбой, да. Она романтик. Ага. А ну. Ты шо, Лас-Вегас? Все, на этой позитивной ноте, ребятки, будем заканчивать с этим видео. Если вам понравилось, обязательно напишите свои комментарии, поставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч и пока-пока.